В Уральске увеличивается охват детей дошкольным образованием. Сейчас в детские сады города ходят 99,5% малышей от общего количества дошколят. Это один из самых высоких показателей в стране. Причем местные власти намерены довести этот показатель до 100% уровня уже в ближайшее время. Сейчас, в своей очереди, в детские сады ожидают более 17 тысяч маленьких горожан. Большинству из них нет и 3 лет. Добавлю, в Уральске на сегодняшний день работают 99 дошкольных учреждений. 23 из них построены за счет частных вложений. По словам специалистов, желающих открывать детские сады по программе государственно-частного партнерства, из года в год становится больше. Если сад открылся 1 сентября 2015 году благодаря государственно-частному партнерству. Спасибо государству, что оказывает нам огромную помощь. Воспитываются 200 детей в нашем детском саду. Если для сравнения сказать, 4-5 лет назад в городе функционировало всего лишь 3 частных детских сада, где мы размещали государственные образовательные заказы, то за последние 2 года, это 15-16 года, спрос сегодня уже охват составляет порядка 1700 детей в частных дошкольных организациях.